Всем привет, с вами Дидик, это Супер Пупер Хэппи Вилс. Супер Пупер Хэппи Вилс, я хочу с вами сегодня попробовать поиграть. Вот кто помнит, кто смотрел видео, кто-то может найти на моем канале, я его написал как-то симулятор пони, в общем-то я там играю в пони. Я начал углубляться в эту тему, пообщался с людьми, которые меня убедили в том, что пони это круто, вернее, пытались убедить, и я, можно сказать, проникся этим, и мне захотелось просто поиграть в уровни, которые сделаны с пони, что ли. Я не знаю, это, наверное, бредовая идея, но я попробую. Попробую написать пони. Пони. Пом, пони. Помью. Помью. Пони. Пони. И давайте попробуем пони ран. Что же это такое? Что тут? О боже, пони. Это пони. Скорее, это больше... О боже, это же пони. Хотя, знаете, это позитивно. Да, пони всех убивает. Это позитивно. Ай, аккуратно, пони. Пони, ты же пони. Пони. Ну, пони же. Хотя как-то оно странно, на самом деле, бежит. То есть оно непонятно... А, прям в попу. Вот это нехорошо. Вот это было очень нехорошо. Да ладно. Окей. Нет, спасибо. Я думаю, мне кажется, это не совсем то. Это не совсем то, что я хочу. Но давайте, не знаю, по рейтингу. Тут как-то можно по рейтингу отсортировать... пони ран. Хорошо, пони просто. True story, пони. Ну хорошо, давай. Что ж тут есть? Restart and rate. Что за? Боже мой, какой ужас. Хорошо, можно попробовать написать. My little pony. Пони. Нельзя? Окей, можно написать просто MLP. MLP? Да ладно, то есть нельзя больше 12, но нельзя, боже мой. Окей. Little Pony. Помню, пони. Пони. Я просто не... Ага, даже так, то есть ты ничего не нашел. Хорошо, Happy Kills, хорошо. Просто пони. Пони. Окей, попробуем сыграть по сыгранности. Возможно, оно что-то изменит. И станет более качественным, что ли, уровень. Окей, Pony Level of Doom. My first level place rate fair. If you rate... Я не понял. Hey, that my first level... Yes. Ну ладно, он неправильно написал. Хорошо, back. А где пони-то? Я же решил поиграть с поняшами или что-то типа того. Кстати, напишите мне в комментариях, почему пони и все, кто смотрит пони, называют себя бронями или броняшами как раз-таки. Я вот я так и не понял на самом деле. Ай-яй-яй, аккуратно. Ты же еще отец будущий уже. Потому что у тебя сына нет. Бедняга, в общем-то. Без сына. Пога. Пони пога джамп. Ну что же, я представляю, как пони просто прыгает на этой штуке. Пога. Хорошо, пога. Хорошо. Финиш лайн. Окей. Пиксквик. Что это? Это пони. Флутершай на уровне. Хотя, насколько это глупо. Сделайте нормального пони. Что это? Что... Я не умею делать пони, но, блин, я же не пишу, я же не... Мне сейчас такие скажут, что... О, Дизик, так ты же не делаешь уровни в Happy Wheels. Ты же как ты можешь судить? Нельзя быть поваром, чтобы оценить... Вернее, наоборот. Не нужно быть поваром, чтобы оценить соседних. Хотя нет, я не знаю. Сперва добейся, а потом критикуй. Или что-то типа того мне скажут, но... Я вам скажу немного другое. У меня нет ног, во-первых, за пога. Это одно. А второе, я не уверен... Ой, бедняга. Я не уверен в том, чтобы... Блин, оно как-то слишком странно. Ну, блин, зубами, что ли, цепляйся? Я даже не знаю. Ну, давай зубами. Ногу нафиг. Раздроби свою ногу. Раздроби ногу. Вообще... Слабо съесть, интересно. Я вроде как в каком-то фильме ужасов видел, то, что там люди ели собственные конечности. Вернее, не свои конечности, а чужие, но они уже были отрублены, как бы похожи на фарш, но это так, это к слову, я не помню название этого фильма, не спрашивайте. Если хотите фильм, который заставит вас
Заставит вас, я не буду играть в этот уровень. Заставит вас попугаться, это будет «Дом тысяча трупов» от робо-зомби. Это неплохой такой фильм, если вы смотрите его в первый раз, то, не знаю, трэш, угар и веселье вам гарантируется, я бы так сказал. Мне он очень нравился в какой-то момент. Pennyworth, this is as easy catching a... Хорошо, нужно ловить пони, что ли? Я что-то... О боже мой, что это такое? Что это такое? О боже мой! Я просто не понимаю, как я должен это пройти? Down there, хорошо. Мне какая-то толстая тетушка целует мне попу, но нормально, это приятно. Наверное. Я до конца не уверен. Так, хорошо. Спуститься вниз, на самом деле, это уже достижение. Я просто не представляю, как они это делают. И что-то как-то оно... У меня, например, не получается. Амортизаторов нет и всякое такое. Так, аккуратно, аккуратно надо быть. Индиана Джонс, ты, главное, не потеряй свою шляпу. Индиана Джонс без шляпы, на самом деле, ничего не значит, но... Мы пока что держимся, мы пока что не унываем. Мы пока что уже не Индиана Джонс, например. Так, кто-то там держится, что-то там нас за задницу целуют. Так, аккуратно. Главное, сохранить свою спинку. Here goes there, окей. Okay. Я не понимаю, как это... Как я это должен пройти? Ну, давай, попробуем. Так, бедняга, аккуратно, аккуратно. Береги, береги позвоночник с молоду. Просто слова, которые должны говорить каждый родитель, каждый человек своему маленькому ребенку. Или... Так, боже мой, как же это отправлять-то? Хотя я понял, зачем мне эти толстые люди и маленькая девочка. Чтобы они прикрывали меня, то есть, как бы там сейчас... Ой, аккуратно, аккуратно, ты что? Ты что, хотел умереть? Какой ты такой прям смертный какой-то, террорист. Как хотел умереть прямо, ай-яй-яй. Взрываться пока что нельзя. Какого фига ты? Я не могу долететь до низа. Ну, давай попробуем. Да, давай, аккуратно, аккуратно. Ай-яй-яй. Прям. Нет, аккуратно. Хорошо так. Ой, вот это плохо. Ну нет, я прошел, все, ничего не знаю. Я финиш вижу, туда моя кровь попала, значит вот. Где моя кровь, там и моя плоть, соответственно, где моя плоть, там и мой персонаж. Где мой персонаж, там и финиш. Вот и все, вот и вся логика Happy Wheels. Pony Quiz Fixed 2. Ну давай попробуем. Я никогда не смотрел My Little Pony, да ладно. Who is main charster? На самом деле, по-моему, да, действительно, их там нету, я просто проехал. Ну, в общем-то, конечно, я знал этот ответ. Что, сомневались? Who is faster pony? Мне кажется, это... Нет, это не Флаттершай ни в коем случае, это же не... Флаттершай, это же та, которая... Rainbow Dash, это... Насколько я помню, Rainbow Dash, это в переводе как-то гром будет или как-то так. Окей, хорошо. Who is my favorite pony? А вот я не знаю, наверное, Пинки Пай, ладно. Пусть будет Пинки Пай. Окей, ему нравятся, видимо, оба. Окей. Is a lot singing из-за что? Боже мой, я даже не понял, что ты имел в виду. Давайте no. Ну, думаю, я выиграл. Я просто не знаю, какие ответы могут быть про пони. Я не знаю просто. Pony World. Возможно, то что-то офигенное. Welcome to Pony World. Вау, как позитивно-то! Боже мой, как у меня глаза уже болят. Мне кажется, я сейчас тошнит. Но, ой, хорошо-то как стало. Вот это хорошо на самом деле. Но что-то как-то оно, что-то сломалось, скажите, не? Не? Все нормально? Ну и ладно. О боже мой. Pony B-Day Presents. Что это значит? Ну давай попробуем. Что значит B-Day? Birthday. А, боже мой. А я не знаю, когда... Я даже без понятия, что это значит. Но, ну ладно, в общем-то, будем определяться как-то так. Я без понятия, к чему это мне придет и что меня ждет. Ну да ладно. Ну и что? И что должно было... Я так и не понял, что нужно было делать, но это, видимо, какой-то жутко технологичный уровень, который предсказывает будущее по... Или... Я не знаю. Pony Rampage. Вот это забавно. Ой. Кроватка. Ну и... This is Roman.
He loves My Little Pony more. В общем, он любит My Little Pony больше всего. Он often dreams. Окей. Он попадает какой-то, по-моему, в мир пони, но в один день его сон стал реальностью, что типа того. В общем-то, что это такое? He had a vision of the evil Nazi. Боже мой, нацист. Окей. Okay. He need to stop before я... О, боже мой. Я не знаю, как это понял. Кто это? Кто это был? О, боже, Флаттершай. Флаттершай. Я здесь держусь, Флаттершай. Я тебя не покину. Все, теперь ты моя, Флаттершай. Флаттершай. У меня есть Флаттершай. Немного странно. Please don't rate... Хотя это всего лишь демо, то да, окей. Я не знаю, зачем оценивать, я все равно не могу оценить. Окей, Ponyland. Ponyland, что же тут должно быть? И что-то, как мне кажется, тут должно было... Окей, хорошо, вот это хардкор, вот это я понимаю. Вот это не то, что ваши там эти слабенькие уровни, которые пошли сейчас. Это вот хардкорный уровень, который существовали еще в самом начале Happy Wheels. Которые показывают твой скилл. Ну вот, за 8,27 сотых секунды я прошел, пожалуйста, показал свой скилл, мастерство и так далее. Вот это, пожалуйста. Ну и давайте попробуем все-таки в пони. Похоже, их нету. Похоже, в этой игре. Эх, пони не в почете. Окей, давайте попробуем за месяц и по рейтингу, что у нас нашло. Хотя, возможно, это за месяц. Нет, это вряд ли за месяц. Наверное, там показалось за все время. Ну, я надеюсь, по крайней мере. The Machete. Okay. И что я должен делать? Don't move. Then press start. Space. Окей. Вау! Вот это вот офигенно, мне кажется. Вау. Окей. Не, знаете, это офигенно. Мне очень нравится, например. Извини, пожалуйста, я не хотел тебя убить. Вернее, не хотел тебя, не знаю, ранить, я хотел тебя сразу убить, так что извини меня, пожалуйста. О, боже мой, дамочка со стулом. Что-то не так пошло, что-то пошло не так. Ай-яй, Happy Wheels полз. Happy Wheels полз, что ж такое-то произошло? Happy Wheels, вернись обратно. Извиняюсь. Опа. Опа, Happy Wheels вернулся обратно. Ай-яй, сколько-то душ-то осталось. Надо убивать, их убивать надо, убивать. Давайте, еще хочу. Ну и все. На самом деле, что-то непонятно. Такое вот, так я бы сказал, двуличное ощущение, что-то... Окей, Matrix Slow Motion. Давай, пуля, хочу уворачиваться. Ауч! Прямо в глаз, ну так нечестно. Оуч. А как я от тебя должен увернуться-то? Я не совсем понимаю. Ой, как я... Я прям увернулся, на самом деле. Да, прям... Нео. If you win and save team. А как я это должен сделать? А как... Стоп. Окей, Тимми, хорошо. На самом деле, я выиграл, по сути, даже сохранил Тимми, но не совсем вернулся. Ну ладно. Battle Run Epic! Epic! Ну ладно, давай эпик. Хотя, по-моему, я в это уже играл. Ну да ладно, хотя они все такие похожи. Так, Сынку верните. Противно создать три уровня. Без сына Battle Run не имеет смысла больше. Вот видите, вот я даже до конца не доехал полностью. Доехал только частью. О, боже, я превращаюсь в коня. Фигуру из шахта. Ой, бедняга, разбился об стенку. Знаете, сколько раз я в детстве не падал с велосипедом на асфальт? Как-то бывало то, что как-то на бок повернешь, там руль перекосит, и ты как бы падаешь. Но никогда до такого состояния. Максимум какие-то покраснения, что-то какая-то царапина, синяки, но никак не полностью разваливался. Spike and SV. Ну, давай попробуем. Jetpack. Давай. Ой-ой-ой, так. Crap, man. Squad got... Fab. Wow, epic, great. So close.
просто, окей, я буду комментировать. Извиняюсь. Окей, черт, блин, а, мужик, блин, а, воу, да, я прошел это, я прошел. Дракс, наркотики, вот это милый уровень. Я просто чувствую свое превосходство теперь. When the color... Окей, Окей, когда меняется цвет, то не нужно двигаться, иначе я умру. Окей, что? Окей, ну давай попробуем, давай. Не, пошел нафиг, сынка. Наркотики, это весело. Пошел отсюда. Пошел. Это... Ой, как весело. Ой, пошел нафиг. Ой, как весело. Тебе тоже, да? Ой, нельзя двигаться. Вот и хорошо. Ой, сосиска! Мухоморчики. Ой, а что это такое? Грибок с курицей, ну ладно. А нет, это курица или гномик, это понятно. Ой, я прям представляю, что сейчас будет, но... Ой, грибок. Ой, знаете, я помню, из рекламы жвачки такая штука была. Реклама жвачки. По-моему, из Макдака что-то. Что случилось? Все хорошо. Я в каком-то... Так, стоп. Нет, это плохая идея, не надо туда идти, лучше назад иди. Блин, нет, идите нафиг, не хочу тут быть, все. Ой, как хорошо-то вдруг стало. Так светло прямо. Да, Паш, да... Блин, у меня сейчас на улице как бы... Ой, как ужасно-то. Ой, все. Так, тело под дверь, Ой, собачка еще. Вот я не хочу, я не хочу. Вы можете с нами поиграть в этот уровень, я так не хочу. Не хочу. Давайте, пожалуй, последний уровень на сегодня. Свордроу. Хорошо, что нужно сделать? Кого убить? Хорошо. Бомж. Так, бомж. Так, какой-то чувак странный. Так, на тебе в попу меч Санта. О, как хорошо было-то. Хорошо, Санта, правда? Правда тебе понравилось? Правда тебе понравилось? Засранец такой. Ой, как я эльф офигенно убил просто. Я могу с собой гордиться. Ой, и женщину прям. Ой, а тебя я, наверное, не убью так просто, да? Ой, только бы не себя. А, какой я офигенный. Я просто... Ну и что теперь? Ой. А мне кажется, я в эту штуку я уже играл, на самом деле. Мне кажется, я в нее еще как играл, но... Ну, кого это волнует просто? Просто супер-пупер хэппи вилс. На этом, пожалуй, у меня все. В общем-то, всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дизик. И помните, чем больше лайков, тем быстрее серия. А на этом у меня все. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока.